Почему Кравцов снижает минимальные баллы ЕГЭ? А куда деваться-то? Иначе не наберет людей? Так нет. Вы знаете, должны быть баллы максимальные для педвузов. Почему? Я считаю так. Учитель должен быть, ну, еще вторая профессия инженер, вот эти две профессии, самые умные люди в России и в мире. Самое-самое. И, естественно, когда создавали ЭГЭ, автоматом получалось, значит, теперь взяточную отменяем, потому что дураки проходили, кто больше заплатит, тот ребенок и попадал. Так было? Что, не так? Вспомним эти самые курсы по повышению. Те же преподавали дуракам, и же, они же были членами приемной комиссии, других-то не было. Вот так было. ЭГЭ должно было это решить проблему. А с каждым годом у нас тупее, тупее, тупее. Причину никто не знает. Я-то знаю. Вот. Они не знают. Еще только вот сегодня, ну вот как сговорились, опять давай про это ЭГЭ говорить. И это. А как иначе-то? Если он не с ним, не с ним, баллы не с ним, требования больше, а полупустой этот. Некого набирать будет. А что, педвуз так и идут? А что, не знают ли, что это издевательство над учителями? Извините, я отвлекся на другую, не садовую тему. Издевательство над учителями, тем, что эти бесконечные отчеты, которые всю жизнь отнимают, которые силы, нервы посвятить собственным детям, посвятить этим детям, выводить их по музеям, на спортзал, куда угодно. Нет, сидеть и писать часами, писать, писать. Только потому, что какая-то дура там, которая сидит в этом, в каком-то РАНО или облоно, вот, требует, 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 эта дурь, потому что это ее работа собирать эти. Вот, еще людей оценки выставлять. Это невероятно. А как ты не снизишься? Просто не наберешь, а завтра уже и таких не будет. Туповатых даже не будет. Ай, вот это мое это. И еще. Есть еще, возможно, составляющая, как бы сказать-то ее, такая нехорошая. Это когда коррупционная. Когда перебор будет, если снизить баллы. Теперь наоборот перебор. Педвузы пойдут и начнут выбирать уже по принципу, кто больше заплатит. И это не исключено. Вот. Потому что низкие баллы ЕГЭ – это то же самое, что ЕГЭ вообще не считать. Понимаете? Бессмыслица. В этих баллах, если снизить, и там пойдет на одно место полтора-два человека. Вот это вот, пожалуйста. А я все это потому, а я все это потому. Вон МФТИ вспоминает. Я не поступил в МФТИ. Вот. Я поступал, я не поступил. Ой, ну а дальше понятно. Кажется, нам не повезло с этими, с министром его команды. Вот. Почему? Потому что сейчас поймете. Я немножко времени на это потрачу. Нас образование уже не надо никуда вести, оно в тупике, пишет одна. Некоторые первокурсники считают по слогам. Все правильно. Вот. Полный развал. Все правильно. Другое дело, что назначили тех, с кем не будет головной боли. Будет продолжаться в этой же теме.